Добрый вечер. Добрый вечер, меня слышно, видно, хорошо? Немножко настраиваю виды. Напишите, пожалуйста, как меня слышно, как меня видно, все ли в порядке? Слышно и видно хорошо, да, девочки, мальчики, все отлично, потихонечку люди собираются, мы просто поздно объявили об этом вебинаре, поэтому, наверное, не успели предупредить людей, но теперь в планах у команды Freedom Style каждый месяц, с начала каждого месяца поздравлять людей, да, нашу команду с новыми достижениями. Для чего это нужно? Для того, чтобы, во-первых, человеку приятно, да, потому что он действительно заслужил почести, поздравления, он постарался, поработал, а во-вторых, вы можете приглашать людей и мотивировать людей, потому что некоторые люди, им кажется, что здесь достижений нет, но они на самом деле очень даже есть, и есть чем похвастаться, и когда люди будут приходить, ваши новички, и видеть, что действительно каждый месяц у нас есть огромный рост, у нас есть прекрасные достижения, и что достигают этих всех высот именно те люди, которые точно такие же, как и вы, да, с двумя руками, двумя ногами, тремя детьми и так далее и тому подобное, то они начинают верить в себя и понимать, что это все возможно. Поэтому сегодня я хотела бы рассказать про август месяц. Это был очень жаркий август месяц. И вы знаете, очень многие считают, что август месяц – это один из самых худших месяцев в году. Наверное, вот август и январь. Но вопреки этим всем мнениям, вы все, наша замечательная команда, наши крутые партнеры доказали обратное. Наш август месяц был очень крутым. На самом деле очень крутым, потому что, во-первых, увеличился товарооборот на достаточно хорошую сумму. Во-вторых, у нас очень много новых достижений, очень много. В-третьих, несколько человек из нашей команды попали в первую десятку лучших компании, во всей компании BOC, по нескольким странам. Я поздравляю этих людей, потому что это очень круто. Следующий момент. Очень многие участвовали в программе с айфонами и получат кучу айфонов. Много людей получат айфоны. Очень много людей сейчас едут в Испанию, это правда. Не совсем августовские достижения, но все же в сентябре очень много наших людей поедут в Испанию. И, в принципе, реально, ребята, вы сейчас услышите эти цифры, что творят наши люди. Если вы в августе были хуже них, пожалуйста, догоняйте, потому что каждый из вас уникален, каждый из вас может это сделать. И каждый из вас, ну, просто чемпион, иначе бы вы не были в нашей команде. Так, поехали. Давайте мы начнем поздравлять наших менеджеров. Уровень 12%. Посмотрите, как много людей, но это еще не все, это только первая страничка. Это не просто менеджеры, это те люди, которые впервые в самом, казалось бы, тяжелом месяце, жарком месяце, августе вышли на 12%. Я их всех перечислю. О каждом из них я, к сожалению, не смогу рассказать, да, потому что, во-первых, я не всех людей этих знаю. Хотя очень хотелось бы лично каждого поздравить, обнять, пожать руку и поблагодарить. Во-вторых, их очень много, и мы будем это долго делать. Я думаю, что время все-таки мы потратим потом на рекрутинг. Но эти люди заслуживают огромного уважения. Итак, Ольга Иванова, Азимбаева Айнур, Байсакова Фарида, Бекмаганбет Роза, Талыбаев Шерхан, Нуртаева Асель, Лаенвер Гульсара Маданьятовна, Зизуля Анна, Гутерова Наталья, Барсукова Зоя, Никулина Александра, Тумилович Дмитрий, Игушева Светлана, Бутычина Алена,
Если я кого-то неправильно называю, вы меня простите, да, могу заблуждаться. Следующая страничка. Королева Ольга. Или королева Ольга, не знаю, как угодно. Джураева Фируза, Азимова Хурсандой, Нурматова Мастана, Саркисян Анжела, Аганесян Нарине, Бабаченова Мархаматнисо, Ибадулоева Мухбирахон, Азизова Зарнигор, Махсудова Зулола, Музафарова Хасият, Килбиханова Джамиля, Соловцова Александра, Ушакова Алена, Алиметова Камила, Полянская Елена. Молодцы, столько менеджеров новых. И переходим к ведущим менеджерам. Да, эти люди тоже впервые сделали 2400 баллов и более за один месяц и вышли на уровень 15% в этом непростом для многих, а для нас очень классном месяце августе. Итак, я их сейчас вам зачитаю. Бекдербек Айгерим, Жанбырбаева Асияни, Кифорова Ирина, Эрнесова Майгул, Аренбекова Жайна, Паламбетова Рамиля, Баранбаева Гульден, Рунова Олеся, Турабаева Мавлюда, Алимова Умидахон. Вы понимаете, что люди, имена которых звучат, они находятся в разных городах и даже в разных странах, потому что очень крутые результаты показывают у нас девочки из Казахстана, из Таджикистана, ну, Россия, само собой, Украина, да, и другие страны. Но вот эти люди, они прямо вот нас удивили, что они творят, что они вытворили этим летом. Это вообще просто, они такие молодцы, подкрывали кучу бюро, подкрывали кучу новых званий, и ну, это круто, конечно. Поэтому обратите внимание на эти страны. Значит, там наши бриллианты. 18% это уровень еще выше. И сегодня у нас 2 человека за август достигли этих уровней. Но поверьте, сделать 3600 баллов впервые и сделать это выше в такие короткие сроки, это тоже надо уметь. Да? Догоняйте, попробуйте тоже это сделать. Поэтому эти люди достойны огромного уважения и почести. Досмаилова Макпал и Энгель Светлана. Молодцы, поздравляем. Вы у нас ведущие менеджеры, то есть один малюсенький шажочек до вице-директора. Но я уверена, что это сентябрь, однозначно. По-другому быть не может. И наши прекрасные директора. Я прошу обратить внимание, какие у нас красивые девушки, женщины в команде. У нас просто, я всегда не перестаю удивляться, насколько у нас красивые люди в команде. Не знаю, но мне кажется, что больше нигде, ни в одной команде нет таких красивых людей. Прямо вот модели. Итак, вице-директора, те, кто впервые в август месяц вышли на уровень вице-директора. И через 5 месяцев уже они каждая получат по 1000 евро. Кстати, в этом месяце очень был классный курс. Все получали премии по курсу 1 к 79. То есть 79 тысяч. Ребят, в какой еще компании есть такая премия за выполнение товарооборота 147 тысяч? Ни в какой. Вот ищите, не выищите нигде. Это наше уникальное предложение. Кстати, все те, кто вышли на 18%, да, я немножечко вернусь, вот девочки, Светлана и Макпал, они через 3 месяца, вот сейчас продержатся на этом уровне, естественно, при выполнении условий определенных, да, 300 баллов, и на бонусный счет у них минимум 7 тысяч должно быть. Они еще получат, сколько, кто мне напишет, сколько получат денег через 3 месяца вот эти прекрасные наши девушки. Подарок от компании на подарочный счет. 18 тысяч, спасибо, Оксаночка. У-у-у! Вот если они еще сейчас, точнее, когда они откроют вице-директоров, еще через 5 месяцев они получат 1000 евро, да, 79 тысяч рублей. Думаю, курс не упадет, а может еще и вырастет. Но, ну где еще за такие маленькие товарообороты столько денег? Где? Скажите. Вернемся к нашим вице-директорам. Итак, Тенизова Зумруд, это у нас девушка из Казахстана. Посмотрите, просто принцесса, очаровательная, умничка, молоденькая девчоночка, такая прелестная и улица-директор.
Людмила Филипенко. Это Беларусь. Очень уважаемый предприниматель, человек со стажем. Она к нам пришла и буквально за 2 месяца она сделала такой результат. Зумруд, я точно не знаю, за какое время вышла на результат, но я знаю, что это тоже все было очень быстро. Просто девчонки постарались. Благодарим вас за то, что вы пришли в нашу команду, в нашу компанию и сделали такие результаты. В этом месяце, в сентябре, я каждой из вас желаю открыть минимум золотого директора, девчонки. Давайте сразу поздравим следующих наших красавиц. Вице-директора впервые в августе. Они сделали очень быстро. Да, девочки из Казахстана, про которых я вам говорю, это девочки Кенжикени Азбаевой, которой я скажу еще чуть позже. Это ее красотки, ее принцессы. И, конечно же, это в очень большой степени ее заслуга, потому что спонсор, конечно, играет большую роль в успехе своих партнеров. Но самое главное достижение все-таки в самом человеке. Человек пришел, он себе сказал, что я здесь буду вице-директором за короткий срок, и он сделал такой результат. Вот, пожалуйста, давайте их чествовать, этих красивых девушек, Тусупаева Айнур и Сагандыкова Саулия. Посмотрите, какие прекрасные девчоночки, очень приятные, очень красивые. И вам, девочки, я тоже желаю, конечно же, в этом году открыть бриллианта, во-первых. А во-вторых, в сентябре уже открыть золотого директора. Естественно, нечего засиживаться на одном месте. Давайте в каждом месяце открывать по новому статусу. Тем более вы это умеете, вы можете, вы уже всему научены. Не забывайте, что благодаря нашей онлайн-школе можно двигаться намного быстрее. Поздравляем вас, девчонки! Вот еще 2 прекрасные принцессы в красном. Я прям смотрю, любуюсь и думаю, ну вот как мне везет на партнеров. Как же мне везет на партнеров, потому что я очень люблю все красивое вокруг. Красивых людей и красивые вещи. И посмотрите, вот действительно приятно смотришь на каждого из наших лидеров и просто глаз радуется, потому что они действительно прекрасны, они действительно заслуживают самых высоких званий. Так это Ибраева Гузия, это Казахстан тоже, ее спонсор Кенжикей. И Юлечка Долгова. Юлечка пришла ко мне совсем недавно, она мне в первой линии, да, и она сразу пришла и сказала, я здесь не в игрушки пришла играть, а достигнуть крутых званий и в короткое время. И вот она исполняет свои обещания, и уже она у нас вице-директор. Товарооборот Юлии по сравнению с июлем в августе вырос в 3 раза. Да? Вот вам, пожалуйста, опять же август месяц. Про Гузию я ее еще никогда не видела, не знаю, но смотрю, прекрасная такая девушка. И я знаю, что она тоже в очень короткий срок вышла на такой уровень. И я уверена, что девчоночки сейчас в сентябре нам покажут вообще сумасшедшие вещи. Минимум золота, максимум, не знаю, что они могут показать, но я уверена, что что-то они нам... Как-то они нас удивят, и в следующем вебинаре поздравительном мы их тоже увидим. Девочки, поздравляю, держитесь, умнички. Анастасия Балабердина, она тоже находится в первой линии у меня. И что я могу сказать об этом человеке? Я с ней очень хорошо уже познакомилась. И самая главная черта Анастасии – это целеустремленность. Также мне хочется выделить в этом человеке честность и очень большую ответственность. Потому что, когда мы создавали школу, этот человек делал, наверное, ну... если не больше других, но очень много, да, я хочу сказать, что все участвовали очень активно в создании школы, но Настя особенно отличалась ответственностью, она всегда берет на себя очень много и старается сделать все качественно.
И Настюшу я очень люблю, как и всех своих партнеров. Но Настя – это чудесный человек, которого я хочу отметить, поздравить и сказать спасибо, что она партнер в нашей команде, в нашей компании. Настюша, так держать, я знаю, что в этом месяце однозначно уровень повышается, и ждем тебя в бриллиантах в этом году, конечно же. Тут иначе быть не может, мы же знаем твои цели. Есть у нас прекрасные девчонки, которые... К сожалению, не захотели показать свои прекрасные личика. Я уверена, что они очень красивые, да. Ну, по причине личной. И я их просто о них расскажу. И произнесу их фамилии и имена. Итак, Касимова Зарина, Тенизова Зумруд, Усманова Ирина, Хамидова Мухбира. Это девчоночки у нас из Таджикистана. Вы знаете, на самом деле в Таджикистане еще пока условия достаточно непростые. Почему? Потому что эту страну только-только открыли. Вот ее этим летом наши девочки прекрасные, Фируза и Азиза, они открыли эту страну. Они работают как пчелки, и у них все идет. Вообще молодчинки. И 4 вице-директора за август в их команде. Прекрасные девушки, которые... Мухбира еще, кстати, выиграла 15 тысяч. Мы, если помните, да, делали розыгрыш от нас с Владимиром, как от вышестоящих спонсоров, разыгрывали среди тех, кто впервые вышел на уровень вице-директора и выше, 15 тысяч рублей. И вот Мухбира счастливица получила буквально сегодня от нас эти денежки. С чем мы ее тоже поздравляем. Интересно, на что она потратить хочет. Очень-очень интересно, на что потратить. Надеюсь, она нам потом расскажет. Девчонки, вы молодцы, вы крутые за такой короткий срок, в непростых условиях, да. И что я хочу сказать, девочки, вот обратите внимание, если вам или вашим партнерам захочется пожаловаться, ой, как сложно, ой, не могу, здесь так сложно работать, не могу посылку получить, там, это ж надо ждать, или что-то вот из этой серии, вспомните, пожалуйста, вот этих прекрасных девушек, которые в намного более сложных условиях только открывают страну и делают такие результаты. И пусть тем, кто ноет, станет стыдно, потому что, ну, на самом деле, все находится в тебе самом, и только ты себе внутри можешь поставить программу и сделать определенные результаты. Настя вот пишет, не могу, не бывает, есть не хочу. Это правда. Это правда. То есть все можно сделать, все реальное. Только в тебе самом должно быть это желание, должен быть огонь, и должны быть прописаны четкие цели. Наши директора – это те люди, которые закрыли в августе уровень директора и получили свои 1000 евро, 79 тысяч рублей. Екатерина Афонина, которая пришла к нам из другой компании, долго сопротивлялась, хотя я ее звала, ее сестра, ее же спонсор, Серафима Коркина. Но Катюша не верила, не верила, не верила. Но когда поверила, она пришла и показала быстрый результат. Катя очень любит нашу компанию, нашу команду. Она очень ответственный человек, очень преданный своему делу человек, и она очень грамотна. У нее есть чему поучиться, она участвовала в создании нашей школы, и вот если Анастасия Балбердина, она делала основную часть раздела рекрутинга в Одноклассники, то Катюша делала основную часть Инстаграм. Нужно поблагодарить этих людей, сказать им спасибо, потому что школа у нас уникальная. Все, кто приходит из других компаний и проходили там школу, они говорят, что у нас, такого как у нас, просто нет нигде. Она на самом деле уникальная, и благодарность огромная всех тех лидеров, всех людей, которые участвовали в ее создании, они выложили все, все свои знания, весь свой опыт, все то, что они когда-то где-то чему обучались, приобретали, и платные курсы, и бесплатные, и так далее. В общем, выражаю от себя огромную благодарность этим людям, которые участвовали в создании школы
и горжусь, очень вами горжусь. Спасибо тебе, Катюша, что ты показала, что здесь реально можно достигать вершин. Я уверена, что Катюша в этом месяце даст всем жару и покажет, как нужно дальше идти. Ну и бриллианта, конечно же, а как же? Ну и наша звезда. Это уникальный человек, которого я очень хочу выделить отдельно. Человек, который пришел из другой компании, она была директором в другой компании. Она пришла к нам и сказала: здесь я покажу вам результат. Потому что я в шоке от этого маркетинг-плана. Я в шоке от своих спонсоров. Ее спонсор, кстати, Елена Смирнова. Они стали очень хорошими друзьями за время работы. И даже более, наверное, близкими, чем бывают иногда между подругами, которые знают друг друга всю жизнь. Потому что Елена поддерживала Кенже в достаточно трудной ситуации, когда стоял выбор между двумя компаниями. На самом деле нелегко этот выбор сделать, но Кенже все взвесила, она увидела, что здесь можно получить от жизни все. И вот, пожалуйста, человек в августе открыл звание сапфировый директор. Это когда у человека сколько в первом уровне директоров, вице-директоров, точнее, открытых директоров? Кто мне напишет? Кто знает, кто помнит? И всего у нее в команде уже, насколько я помню, 7 вице-директоров. То есть у нее уже в глубине растут команды и в ширине. И что самое интересное, я когда это увидела, я чуть не упала в обморок. Десятки лучших среди всей компании Кенже вышла на 3-е место. Вы можете себе представить, в мае начала работать, в августе 3-е место в компании. Это вообще просто потрясающе. У меня слезы аж на глазах, потому что я такого еще не видела. И просто, девочки, ребята, поздравьте этого человека, потому что этот человек доказывает и показывает всем, что в жизни реально абсолютно все. И что если кому-то кажется что-то нереальным, то это вообще ерунда, и она вот тут в голове. Причем у Кенже трое деток, трое. Кенже, сколько твоим деткам лет? Напиши, пожалуйста. Это для мамочек. Это для мамочек, которые детьми прикрываются свою лень. Муж у нее все время в командировке, да, очень часто. Поэтому человек с тремя детьми, сидя дома, вот такие вот показал результаты. Кроме того, у Кенже будет старшему 9 лет. Это еще не старший, да? Это еще ребенок, которому нужно уделять время, делать с ним уроки каждый вечер. Дочке 3, а младшему 1.5 года. Ребят, вы понимаете, это какие возраста достаточно, ну, такие, которым надо уделять много времени. Я уверена, что Кенже еще и прекрасная мама, и детки ее очень любят, и они у нее. Я знаю, потому что у нее недавно заболел ребеночек, и она бросила все, и занималась со своим ребеночком, но в то же время она продолжает работать, и все исполнять. Что нужно, да, вот как, вот так. Вот вчера она вела прямой эфир, кто был, она рассказывала, как надо было быть, кто не знает. Кроме того, Неизбаева Кенжикей на первом месте в акции «Лето с Биоси». И у нее такое НСО, что она может получить минимум 7 айфонов. Круто, ну, как бы 6-7, если 10-х, то это получается 3 десятки. Айфон стоит, девочки, на минуточку, $1000 и выше новый такой. Кенже эта компания на сцене вручит в сентябре в подарок. Вы вообще можете себе такое представить? Человек только пришел. Кроме того, сапфировый директор – это суммарно 11 тысяч евро премию. Вот через 5 месяцев у нее на руках будет 11 тысяч евро. Посчитайте, пожалуйста,
сколько в рублях. И сделайте такой же результат, пожалуйста, девчонки. И вот вопрос такой. Кенже собиралась писать уже заявление на автопрограмму. Кенже, ты написала? Признавайся. Мы хотим это знать. Вот пример, да, то есть, смотрите, есть люди, которые видят в успехах других зависть, и принижать себя начинаю, да, ой, ну вот, она добилась, она такая, а я какая-то ущербная. А есть люди, которые берут пример человека, и их это стимулирует, и они говорят, а чем я хуже? Я же тоже красивая, я же тоже молодая, и у меня вообще всего там один или два ребенка. И муж мне, например, помогает, да, а почему я не могу? Вот, пожалуйста, будьте такими... Как вот я, о ком я говорю вот во второй раз. Потому что именно такие люди становятся лидерами. И каждый из вас лидер. Вот вопрос такой, лидерами рождаются или становятся? Скажу так, лидерами становятся однозначно, потому что что такое лидерство? Лидерство – это знание, это умение, это опыт, который вы можете приобрести. Кенжикей за 2 месяца собрала 73 тысячи структурного оборота, уже участвует в автопрограмме, да, и телефонов у нее куча. Скоро куча премий. В общем, я не знаю, муж там вообще в шоке, в обмороке или как. Друзья и... В общем, я очень хочу выделить этого человека. Хочу поставить его всем в пример. Показать, что в жизни все возможно. А уже вам решать, быть такой, как Кенже, или находить отмазки. Очень хочу выделить тех людей, которые стараются и делают хороший ЛТО. Почему важно делать ЛТО? Во-первых, вы будете получать... Что вы будете получать? Намного больше подарков, да? Во-вторых, кто мне скажет, в каких акциях человек будет участвовать, если он сделает 300 баллов? Можете написать. Это очень классная акция, да? И вообще, те, кто приходит из других компаний, где 300 баллов, это то вообще по нашим деньгам, да, то не надо никогда опускать планку. Делается 300 баллов, на самом деле их легко сделать. Очень легко. Есть у нас в школе, в нашей, вебинар, как это сделать. Если вы все это будете использовать, да, то у вас обязательно-обязательно будут эти 300 баллов. Это не проблема. И чтобы стать вице-директором, нужно всего лишь 16 человек по 300 баллов и плюс ваше ЛТО. Понимаете? И вы получаете кучу привилегий. Ну, постарайтесь, сделайте, научите своих людей. Мастер продаж – очень классная акция, да, когда 300 баллов ты делаешь, и через 3 месяца тебе еще и 1500 дарит компания на счет. Ну, почему бы не получить и 1500? Много акций, да, и жемчужинки на путешествия потом вы будете собирать, и чемоданы, и много-много-много всего, и «Накопи на мечту» – классная акция. В общем, по акциям у нас в разделе «Старт» все рассказано, выбирайте, делайте, учитесь. Нет слова «не хочу», «не умею», «учитесь». Те, кто взяли 300 баллов, очень многие еще айфоны получили. Я перечислю этих людей, конечно же, они заслуживают уважения. Если они будут своих людей учить делать то же самое, то намного быстрее, конечно, у них будут все новые звания. И мы будем поздравлять их уже здесь, на наших вебинарах. Итак, Евгения Трошина, Наталья Максимова, Филипенко Людмила, Мороз Татьяна, Павленко Алена, Круг Наталья, Перетокин Владимир, Воронина Наталья, Андреенко Ирина, Рунова Олеся, Михеляйнен Ирина, Вероника Пустовалова, Гутер Лариса, Мусатова Елена, Дербасова Елена, Устарханова Марьям, Салтан Татьяна, Шаталова Татьяна, Шаховская Любовь, Асимова Фируза, Хадибоева Азиза, Хаджаева Муатар, Касимова Зарина, Турабаева Мавлюда, Усмонова Машхура, Лариса Зыкова, Семенова Эльвира, Богачева Валентина, Долгова Юлия, Энгель Светлана, Белякова Екатерина, Екатерина Коваленко,
Есть у нас люди, которые сделали 400 баллов. Это Сергеева Ольга. 450 баллов и более. Гутарова Наталья, Якунович Наталья, Ищук Елена. И Серафима Коркина сделала 684 балла. Поздравляем этих девочек. Молодцы. Если они могут, то почему не можете вы? Да? Все, кто не сделали 300 баллов. Пообщайтесь с этими людьми. Узнайте, как они это сделали. Да? И все это можно, все это возможно сделать, только пожелать. Ставьте себе с каждым месяцем больше планку и больше. Не говорите «не умею», говорите «хочу и буду, и сделаю». Поэтому посмотрите, молодцы какие девчонки. Так, что у нас там далее? А далее у нас все. Поздравления на этом закончены. И я хочу сказать, что у нас в сентябре, я это знаю точно, будет намного больше людей, которых мы будем чествовать. Во-первых, сейчас все отдохнули, и с новыми силами мы сделаем результаты. Я надеюсь, что вас вдохновил этот вебинар. Я надеюсь, что вас вдохновили результаты других людей. И вы прямо сейчас пойдете, напишите себе план на сентябрь, просмотрите все акции. И, кстати, я хочу рассказать вам о крутой акции. Конечно, она только для лидеров, потому что там очень крутой приз, да? Вы знаете, о чем я сейчас говорю? О какой акции я говорю сейчас? Я сейчас открою. Это акция для тех, кто сделает хороший НСО. Да? Наша компания любит делать такие акции. Летом это был iPhone. Весной это была поездка в Питер. А сейчас это очень крутой вояж в феврале месяце. На крутом лайнере, я просто уже в один вояж ездила, я вам скажу, это что-то, это очень круто. Это VIP просто такое место. Ты все включено абсолютно. Еда, напитки, причем еда шикарная. Ты плывешь на лайнере итальянском, крутом, отдыхаешь, ходишь в рестораны, там есть концерты, бассейны, джакузи, все что угодно. И каждый день посещаешь новую страну, новый город. Эта поездка будет в Сингапур, Малайзия и Таиланд. И вот каждая из вас может за осень и декабрь месяц выполнить эти условия. Эти условия есть в личном кабинете, в новостях, в разделе путешествия, в чаты мы кидали, сегодня еще раз скину. Скину ролик, что это за вояж, посмотрите, расскажите всем своим людям. Да, условия, не скажу, что легкие какие-то там по щелчку выполнить, но их возможно выполнить и поехать в такой крутой вояж сразу же, да. Я знаю, что многие уже прописали себе, многие уже сделали шаги первые к этому, и я вас очень прошу, сделайте тоже, выполните, пожалуйста, эти условия, постарайтесь, сделайте все, чтобы их выполнить, и тогда однозначно мы увидимся с вами в вояже, если... Ну, муж мой точно поедет, я не знаю, у меня ребенку будет 4 месяца. Я так хочу, девочки, очень хочу. Ну, посмотрим. Мне самое главное, чтобы вы поехали, чтобы вы насладились этой жизнью, да, получили кайф и поняли, что просто в жизни возможно все, и именно вы это сделали, и были себе благодарны. Но надо поработать однозначно. Ну, а работа наша... Она очень комфортная, она очень удобная, она очень интересная, поэтому я думаю, что проблем быть не должно. Я желаю вам, мои дорогие, мои любимые партнеры, классного вечера. Отдохните немножечко с семьей, ну и успейте еще поработать, порекрутироваться, составьте себе планы, посмотрите, какие у нас акции, зарядитесь, да, и вперед. Чтобы в сентябре каждый из вас открыл как минимум на один уровень больше, а как максимум, давайте 10 уровней поставим, да, 10 хватит. И чтобы все, абсолютно все вы поехали в круиз, потому что вот те, кто пришел на вебинар, да, обычно кто приходит на вебинар, это те люди, которые хотят учиться, хотят быть лидерами и понимают, что нужно посещать абсолютно все мероприятия.
и они становятся лидерами. А те, кто находит отмазки, они, к сожалению, никуда не двигаются. Я хочу, чтобы побольше было у нас таких хороших, умных лидеров. И их будет. Но не все. Еще раз желаю удачного вечера. Так, едемся в круиз, да, обязательно. РБК откроется в сентябре. Так. РБК откроется в сентябре. Про что, Галина, вы спрашиваете? Давайте в личку пообщаемся, потому что сейчас не могу понять вопроса. Давайте, все, всем удачного вечера тогда. Целую, люблю и успехов, всего самого крутого. Пока-пока.